Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Fold 6. И сейчас я покажу вам, как скрыть фото или видео в галерее. Открываем галерею, выбираем альбомы. Далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем «Скрыть альбомы». И здесь мы можем выбрать альбом, который скроем, и ставим галочку рядом с ним. После чего он исчезает у нас из альбомов. Вот, либо же давайте лучше создадим новый альбом, чтобы было более понятно. И перенесем сюда какие-нибудь фото. Нажимаем «Готово», нажимаем «Переместить», и вот у нас появляется пятый альбом. И теперь нажимаем «Скрыть альбомы» и выбираем данный альбом. Возвращаемся, и он исчезает. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.